Сотни вопросов и почти 6 часов живого общения. В Калининграде, самой западной точке России, собрались 1500 журналистов, представителей региональных телеканалов, информагентств, печатных и интернет-изданий. Именно там сейчас проходит масштабный медиафорум независимых региональных и местных СМИ. В числе участников – журналист нашего канала Мария Шевкунова. Форум стал пятым по счету. Журналисты и медиа-менеджеры собрались, чтобы обсудить самые острые проблемы своих регионов. Среди них – образование, здравоохранение, ЖКХ и не только. На одной из площадок журналистика будущего, стратегия развития отрасли, говорили о возможности взаимодействия СМИ и блогеров, а также будущем печатных средств массовой информации. Участники тематической площадки пришли к выводу, что время жареных новостей уходит в прошлое. Сейчас зрители и читатели все больше предпочитают интеллектуальную, аналитическую журналистику. В рамках медиафорума наградили и лучших журналистов, победителей конкурса «Правда и справедливость». Из более чем 5500 работ выбрали лучших 450. В числе лауреатов и наш продукт, программа телеканала «Регион-12», «Проще простого», об интерактивной карте свалок. Это, безусловно, командная работа, ежедневная наша задача – освещать самые актуальные темы, которые волнуют всех жителей нашей республики. Вообще, региональная тематика превалирует на этом ежегодном форуме. Все внимание развитию независимой журналистики, как в телевизионных, традиционных электронных, печатных СМИ, а также интернет-сегменте. Как обещают организаторы, самые проблемные истории они постараются довести до президента России. Впереди третий день медиафорума ОНФ, пленарное заседание.